капитанский гол тоже еще должен был сейчас забивать. Турищев, удар, 2-0. Девяточку, туда его. Снова Саду, есть место перед ним. Есть возможность вот такой пас Руденко отдать. Изумительно! Изумительно! 2-1, Владислав Руденко. Гениальный Шамиль Саадуев и музейная абсолютно передача. На грани офсайда они сработали сейчас. Классный гол. Классный гол, друзья. Слушайте, ну Саадуеву Нобелевскую премию пора уже давать. Это Лаваева, который пытается, похоже, вручную командой своей управлять. Кому куда открываться, куда передачи отдавать. И все снова направо. Голубович, подача неплохо. Не будет удара, смахивать мяч с головы у Руденко. Ковачевич слева уже навес. И вот удар. И есть гол. Блестящая подача с левого края и удар Равиля Никулина. Ну и вот капитанский гол. Кто же еще должен был сейчас забивать и выводить свою команду вперед и поднимать ее в турнирной таблице вверх? Надо пытаться перекинуть, конечно же. Удар низом, нет. Низом есть возможность забить. И 1-1 Шинник сравнивает счет в этом матче. Я же говорил, рано нам тут прогнозировать безголевое окончание. Артем Самсонов. А что я говорил в первом тайме? Так, подожди, давай. Ты 10 раз уже отказывался от своих слов, менял показания, так что это все не считается. Важно, что происходит на самом деле. 1-1. Назад играет Олег Дмитриев. Хорошая вертикальная передача. Турищев. Удар 2-0. Максим Турищев. И здесь уже Франк Артига не скрывает своих эмоций. Турищев. Повторюсь, я сегодня мечтаю увидеть Гризли с Темником, потому что это всегда что-то на грани такого космического. Вот это в центр хорошо, но пора бы пробить. Пора бы пробить 1-1. Девяточку Бакан Рейхмен. Вот такое дерби, как вам? Девяточку, туда его. Как здорово все здесь было сделано. Пора было пробить, он пробил и он забил. Богдан Рейхмен 1-1. Имеет право и вот так вот отметить этот гол. Здорово. Здорово, здесь все было сделано. И Кубань быстренько сравнивает.